Всем привет! Небольшой пресс-релиз. С 20 по 26 августа в стенах Национального музея имени Пальмова в городе Элиста пройдет выставка создания 12 песен по мотивам народного героического эпоса «Джанга». Молодой, вдохновленный песнями джангарчи, художник Тимур Цанхлаев создаст 12 эскизов, каждый из которых посвящен отдельной песне эпоса. Ежедневно выставка будет открыта песней в живом исполнении джангарчи Дмитрия Шараева, Кутлана Мукубенова, Андрея Чергаряева и многих других именитых исполнителей. Ну а сразу после открытия выставки мы ждем вас на сайте Радио Бумба, где в эфире еженедельные передачи такие как все. В гостях у нас авторы данного проекта, режиссер Элла Манжеева и всемирно известная топ-модель Евгения Манжиева.